Что так? Мух ловишь, что ли? Петушки тут одни собрались. Три или четыре петушка, или даже пять. Целый уголок петушков. Знаете почему? Потому что курочки начали нестись, и они повыше пошли. А петушкам и здесь хорошо. Петушки есть петушки. О, в гнезде сидит вечером. Сено собирает. Что ж ты там ищешь, а? Курочки уже на седлах заняли места, какие захотели сами. Кто-то спит, вот черная курочка уже спит, кто-то нет, кто-то глазеет, смотрит, что я тут говорю. Ну тут наверху в основном все курочки, один петушок, и так все курочки. Вот в курочке повыше. Ну и один петушок среди всех курочек, который самый старший. Хотя он может не один старший из петушков. Ну и ладно.